Долги за газ в Чувашии достигли почти 2 миллиардов рублей. Самые крупные должники – теплоснабжающие организации. Лидером среди них является общество коммунальной технологии. Сегодня прошло совещание по вопросам задолженности за поставленный природный газ и тарифного регулирования компании. Отдельные многоквартирные дома в Чебоксарах в самый разгар отопительного сезона могут остаться без тепла. Теплоснабжающая организация коммунальной технологии находится в критическом положении. Их задолженность за поставленный газ более 1 миллиарда рублей. Основные проблемы, связанные с деятельностью компании, на совещании обозначил глава Чувашии. По материалам проверки, проведенной Госслужбой Чувашской Республики по конкретной политике и тарифам, выявлено наличие экономически необоснованных и нецелесообразных расходов